Страшные последствия праздничной грозы и урагана. Град размером с грецкий орех побил урожай на огородах и полях. Сильный ветер валил не только деревья, но и разметал крыши жилых домов и даже заводов в Ачском районе. А в Нижнем Новгороде молния ударила компанию, которая готовилась отпраздновать День независимости России. Молнию, по предварительным данным, притянул мангал, который пьяные молодые люди переносили с места на место. Наши корреспонденты выясняют подробности всех этих чрезвычайных происшествий, и о них сегодня в 19:30.